Так, значит, Боря и Федя опять вас дразнят. Да, тетя Нора купила им робота, и они без конца им хвастаются. Вот это да! 21 век. Да, он реально крутой. Был бы у вас такой же, вместе бы поиграли. Но, боюсь, вы с современными технологиями не справитесь. Ну, это как-то некрасиво, не по-товарищески. Да уж. У меня есть идея. Трак, можно тебя попросить? Ну, ты понял меня, да? Да. Турбозавры, вперед! Я робот, меня зовут Трак. О! Да ты просто талант! Ай-яй, боюсь! Да не бойтесь, он не опасный. Я робот, меня зовут Трак. Вау, он говорящий. Естественно, это последняя модель, самая навороченная. Нам его бабушка подарила за хорошее поведение. Он много чего умеет. Вот, посмотрите. Он и танцевать умеет. Ничего себе. Умеет делать заряд. Может все поднять. Хочешь? Тебя поднимет. Нет! Да не бойся ты, все под контролем. Подожди-ка, ты не управляешь роботом. Это пульт от вашей машинки. Он что, двигается сам по себе? Да. Что за шум? Что случилось? А, тетя, на помощь! За нами гонится робот! Робот за вами не гонится, стоит смирно. Нет, этот робот совсем другой. Огромный такой, страшный, с зубами. Я знала, что эти игрушки до добра не доведут. А вы все купи и купи. Но, тетя, он гнался за нами, честное слово. Ну, мальчишки, фантазеры. Но это же правда. Ну ладно, спрошу Катю и Петю. Вы видели страшного робота? Нет, тетя Нора, страшного не видели. Да, Петя? Нет, не видели. Видите? Нет никаких роботов. Можно выходить. Я робот. Меня зовут Трак. А теперь нам нужно все вернуть на свои места, чтобы никто не провалился.
Буль засыпает яму, Тор и Трак утрамбовывают землю. До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак – твои друзья турбозавры. Чем бы вы хотели заняться вместе с ними? Поиграть, порисовать, сделать поделку, посмотреть фильм или устроить приключение? Заходи на сайт турбозавров и находи там идеи для развлечений и обучения. Скачивай раскраски и шаблоны поделок. Играй и устраивай конкурсы и праздники с друзьями. Находи игрушки и настольные игры с любимыми героями. Ты прекрасно выглядишь. Нет, эти цветы мне не идут. Нужно что-нибудь поярче, что-нибудь более... съедобное. Красивое. Понимаешь, До, сейчас многие цветы уже отцвели. Вот так всегда. Лес большой, что-нибудь в нем обязательно найдется. Зер, Тор, Анки, давайте искать цветы для До. Я еще не завтракал, и не обедал, и не ужинал. Тор, прогуляться перед завтраком очень полезно. Смотри, какой красивый цветок. Ты куда? Полезная прогулка уже была. Теперь завтрак. Тор, что с тобой? Я споткнулся о рельс. Какой рельс? Ты о чем? Мы в лесу. Рельсы – это железная дорога. Где ты тут видел железную дорогу? Железную дорогу я не видел. Но она есть. Ты споткнулся о какую-нибудь корягу и принял ее за рельс. Ничего тут нет, одни сухие листья. Ой! Я же говорил. Этого не может быть. Или может? Ничего себе! Ха-ха! Сенсация! Мы нашли старую железную дорогу и паровоз! Он настоящий? На нем можно ездить? Когда-то было можно, а теперь он, наверное, совсем заржавел. Какой он милый! Вот бы его починить! До, скорее всего, это невозможно. Нет ничего невозможного. Двигатель можно сделать современный. А потом? А потом мы уложим рельсы по кругу, и у нас будет собственный аттракцион – кольцевая дорога. Зер, просканируй местность, я скажу, что делать дальше. Один момент. Нам понадобятся шпалы, рельсы, семафор и двигатель. Напечатаем их на принтере. Буль, ты отвезешь их на место. Тор и Анки уберут упавшие деревья, чтобы они не мешали. Трак установит двигатель, затем уложит рельсы и шпалы. А я пересажу растения, чтобы их не повредить. Турбозавры, вперед! Завтра наш поезд отправится в первый рейс. А кто же будет машинистом? Машинистом буду я!
мне нужна фуражка. Только скажите, за что тут тянуть и на что нажимать? Зер, чтобы стать машинистом, надо сначала научиться. Признавайтесь, кто учился на машиниста? Поздравляю! Наш поезд никуда не едет. Не переживайте, поезд отправится точно по расписанию. Завтра все сами увидите. На таком паровозе я когда-то начинал работать помощником машиниста. Сколько воспоминаний. Ну что ж, пора в путь. Вперед, мой помощник. Петрович раньше был машинистом. Он мне рассказывал. Говорил, что скучает по своей работе. Я все заснял. Третий раз смотрим. Какие красивые цветы. Это Степан Петрович в своем саду вырастил и мне подарил. И мы подумали, что они тебе очень подойдут. До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак. Твои друзья турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании. Договаривались на 10 утра. Проспали, наверное. Вот и мы! К занятиям по безопасности дорожного движения готовы! А я? Я что буду делать, пока вы тут занимаетесь? Я по дорогам не двигаюсь, моя стихия небо. Мне эти занятия не нужны. Эти занятия нужны всем, даже пешеходам. Да? Ну ладно, я иногда пешеход, изредка. Сегодня изучаем дорожные знаки. Катя будет показывать знак, а вы должны говорить, что он обозначает. Разрешено движение только прямо. Правильно. Пешеходный переход. Да. Подумаешь, это проще простого. Что на знаке нарисовано, то он и обозначает. Чур, следующий я. Впереди большой забор. Неправильно. Этот знак обозначает железнодорожный переезд со шлагбаумом. Подумаешь, немного ошибся. Вы тут занимаетесь, а я лучше полетаю. Буду изучать знаки с высоты полета птеродактиля. Ну и пожалуйста. Катя, продолжай. Этот знак обозначает, что на дорогу могут выйти... Утки! На дороге утки! Утки? Но нарисован олень. Я летел, а на дороге утка с утятами! А тут автомобиль, и я всех спас! Молодец, Зер! Ты настоящий герой! Мы должны сделать так, чтобы уткам и другим диким животным было безопасно переходить через дорогу. У меня есть идея. Это шоссе. На обочинах установим опоры. На них положим перекрытие. К ним подведем наклонные, ну, штуки такие. Пандусы! Это называется пандусы. А сверху можно насыпать земли и посадить траву. Получится экологический переход. Я видел в нашем лесу несколько поваленных деревьев. Из них получатся отличные опоры. И пандусы! Какое красивое слово!
пандус. Нужно найти в лесу эти деревья и очистить их от веток. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Турбозавры, вперед! Работы. Я быстро. Сэр, До, следите за дорогой. Если кто-то появится, предупредите нас. Если кто-то появится, я знаю, что делать. Тор, ты сверлишь в земле отверстие. Трак, ты устанавливаешь в эти отверстия опоры. Анки, ты подаешь траку бревна для перекрытия. Буль, ты засыпаешь переход землей. Турбозавры, вперед! Семена и посеем на нем траву. А можно, пока никто не видит, я прогуляюсь по этому мостику? Конечно, можно! Отличные кадры получились, но кое-чего не хватает. В каком это смысле? Дорожного знака с оленем не хватает. Здесь же через дорогу будут переходить дикие животные. Молодец, Зер! Правильно! Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Барсик! Барсик! Кис-кис-кис! Опять куда-то убежал проказник эдакий. Чуть не упал. Чрезвычайное происшествие! Кошмар! Трагедия! Зер, спокойно. Расскажи все по порядку. Я лечу, а он плывет! Кто плывет? Плот плывет по реке! А на плоту барсик! Река впадает в море, море соединяется с океаном, а там водятся акулы! Барсик в опасности! Ну, до моря еще очень далеко, но барсика надо спасать. Турбозавры, вперед! Трак, ты можешь подойти по дну реки к барсику и принести его на берег? Могу. Не могу. Глубоко. Вода будто ничего не видно. Зер, может быть, ты перенесешь барсика к нам? Легко. Я еще и не такое переносил. Ах!
Я могу спасать только тех, кто хочет, чтобы их спасли. А Барсик не хочет. Просто Барсик принял тебя за большую хищную птицу. Орел. Надо что-нибудь придумать, а то Барсика действительно в море унесет. Анки, попробуй выдвинуть свою стрелу и спустить Барсику крюк. Он за него зацепится, и ты переправишь его на берег. Ничего не получается. Моя стрела слишком короткая. У меня идея. Надо отправиться ниже по течению реки и там построить пешеходный мостик. Мы с Катей встанем на мостике и спасем Барсика. Да, Барсик нас знает и не испугается. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Турбозавры, вперед! Смотрите, тут река сужается. Хорошее место, чтобы построить мостик. Ты прав, Зер. Теперь надо придумать, из чего мы будем строить мост. Смотрите, смотрите, повалено несколько деревьев. И на них следы от зубов. Это поработали бобры. Отлично, из этих деревьев и сделаем мостик. Думаю, бобры нас простят. Один берег реки немного выше другого. Для того, чтобы установить мост ровно, нужно срезать вот этот холмик. Буль, это задача для тебя. Нужно очистить стволы от веток. Из двух бревен получится основа. На ней мы уложим поперечные доски. Тор, Трак, это работа для вас. Нужно сделать перила. Ходить по мосту без перил опасно. Тор, просверли несколько отверстий вот тут, тут и тут. Перила мы сделаем из тонких веток. Ну вот, осталось установить мост на место. Анки? Барсик уже совсем близко! Мы не успеем! Все пропало! Барсика унесет в открытое море! Анки, надо поторопиться! Цепляй мост и устанавливай его на место! Зер, надо развернуть мост! Надежда только на тебя! Но мы все равно не успеем! Успеем! Бедненький, испугался! Отличная работа, ребята! А этот пешеходный мостик пригодится людям. Ведь до большого моста так далеко. Зер сегодня настоящий герой. Смог развернуть мост в последний момент. Да что я? Если бы не бобры? Да, сегодня три героя. Два бобра и Зер. Орел. Лакомство с любимыми героями уже в продаже. Свитбокс – целый мир в одной коробочке. Не откроешь – не узнаешь. Шоки-токи – турбозавры в молочном шоколаде. Удивлять приятно. Кидсбокс – шоколадный десерт и игрушка. Удивлять полезно. Ищите нас в магазинах страны и на маркетплейсах. Ссылка в описании. Привет! А что это вы тут делаете? Вообще-то, мы смотрели кино. Но больше не смотрим. А что, кино подошло к концу? Нет, подошел очень большой трак и загородил нам весь экран. Ой! Мой любимый хвост! Хорошо кино посмотрели. Понимаешь, Трак, ты очень большой и должен быть осторожен и внимателен. Да-да, большой и очень тяжелый. А еще ужасно неуклюжий. Извините, я же не хотел. Я очень большой, тяжелый,
и неуклюжий. Я всем мешаю. Привет! А мы идем в город на выставку техники. Хотите с нами? Конечно! Хотим! Трак, а ты что, не поедешь с нами? Я не хочу вам мешать. Я лучше один тут побуду. А ты нам и не мешаешь. Но если ты думаешь, что одному интереснее, то тогда, конечно. Пойду в лес прогуляюсь. Там я никому мешать не буду. Куда это я забрел? Я тут никогда не был. А это что такое? Эту стену построили, чтобы собрать много воды в одном месте. Надо посмотреть поближе. Ничего не слышно. Хорошая стена. Непорядок. Но ничего. Сейчас я... Течь устранена! Кто сказал, что я неуклюжий? Вот это да! А я и не знал, что умею рисовать. Это авария! Турбозавры, вперед! Посмотрите, какие у него малюсенькие фары! Он же в темноте ничего не увидит! Посмотрите, он, наверное, темноты боится. А этот на Трака похож. Траку там скучно одному. Давайте ему позвоним. Хорошая идея. Трак, прием. Трак, прием. Все ясно. Трак принимает душ. Наш корреспондент передает с места событий. Включаем камеру. На дамбе произошла авария. Если стена не выдержит, вода может затопить город. Посмотрите! Там стоят ноги Трака. А где же он сам? Там стоит Трак. И это он удерживает стену, чтобы она не обрушилась. И ему нужна наша помощь. Вперед! Держись, Трак! Сейчас мы тебе поможем. Друзья, я так рад, что вы здесь. Медлить нельзя. Мы должны преградить путь воде и помочь Траку. Видите этот камень? Мы заткнем этим камнем дырку в дамбе. Но сначала надо поставить подпорки. Смотрите, что я придумал. Анки, ты готовишь бревна для подпорок. Буль с Тором расчищают место и помогают Анки. Зер контролирует ситуацию с воздуха. Турбозавры, вперед! Нужно установить камень! Вот так надежнее будет! Трак, какой же ты сильный! И могучий! Поздравляю, Трак! Ты теперь знаменитость! Тебя показывали по телевизору! Автограф можно? Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Вот бутылка. Давай, кто первый добежит. Сказал, бутылка первому. Теперь она наша.
мы соберем больше пластика и выиграем вот что. Приз — большое приключение. Жаль, нет приза за второе место. Ну, пока. Думаешь, о чем и я? Конечно, поможем. Звучит интересно. Дороги станут намного красивее. Я не люблю грязные улицы. Кажется, это очень просто. А я люблю, когда просто. Можно поиграть, когда вы выиграете. Конечно, всем по очереди. Я посмотрю сверху, где есть пластик. Носите сюда, я разложу по цветам. Турбозавры, вперед! Пластик обнаружен. Давай, Тор! Нам повезло. Да тут куча пластиковых бутылок. Вот это да! Да здесь миллион вещей из пластика! Анки бросает и попадает! Как красиво, когда улицы чистые! Кожуру. Этого хватит, чтобы выиграть. О, что тут случилось? Да, все разрушено. А ведь была отличная площадка. Мы должны что-то с этим сделать. Можете сделать. Но мы потратим весь пластик, который собрали. И не выиграем игру. Но в нее можно играть только в одиночку. А детской площадкой пользуются все. Тогда давайте быстрее ее строить. Это на базу. Там переработаем. Ха, класс! Переработанная площадка из переработанной площадки. Я выложил фото в интернет. Скоро здесь будут дети. Отлично, турбозавры. Ну, нам пора. Играйте, ребята. Чего вы так радуетесь? Празднуйте свой проигрыш, неудачники. Да, мы выиграли главный приз. Вы собрали пластик, чтобы выиграть игру для себя. Мы собрали пластик для этого. И каждый может играть здесь. Кто же из нас выиграл? На, сам играй, а я побежал на горку. Подождите меня!
увидеть новые серии первым? Нажми на подписаться. Петя! Катя! Зер, Петя и Катя сегодня не придут. Они с Борей, Федей и тетей Норой едут в город. У них есть билеты в театр. Я знаю, просто на всякий случай. Как можно идти в театр, когда на улице такая прекрасная погода? Завтра погода будет еще лучше, а в театре очень интересно. Вот, им будет интересно, а мы тут одни в дремучем лесу. Я уже соскучился. Полечу, посмотрю на них хоть издалека. И включи трансляцию. Мы тоже соскучились. А если автобус опоздает? Мы не успеем к началу спектакля, и билеты пропадут. Феденька, не волнуйся. Автобус ходит точно по расписанию. Мы остаемся дома. Будем смотреть мультфильмы и есть мороженое. Приехали. Надо срочно вызвать дорожных рабочих. Мы опаздываем в театр. О, заявку приняли. Ремонтная бригада приедет через час. А? Да, да, очень ждем. Кажется, у наших друзей проблемы. Заявку приняли. Ремонтная бригада приедет через час. Но мы же опоздаем к началу спектакля. Отлично, сходили в театр. Просто отлично. Тетя Нора, позвони в театр. Пусть без нас не начинают. Я хочу спектакль. Петя? Участок дороги, по которой мы ехали в театр, провалился. Мы видели. Зер все заснял. Если срочно не отремонтировать, мы опоздаем в театр. Буль, сегодня ты за главного. Вся надежда на тебя. Я видел все своими глазами! Землетрясение, цунами, торнадо! Дорога провалилась! Билеты пропадают! Спокойно, Зер. Я думаю, дорогу размыли грунтовые воды. Я там никакой воды не видел. А как же цунами? Для ликвидации аварии нам потребуется труба. Трак, то ваша помощь сегодня не потребуется. Будете наблюдать за нашей работой отсюда. Зер устроит трансляцию. Вот. Пожалуйста, пожалуйста. Если что, мы на связи. Сначала расчистим поврежденный участок дороги. Затем Анки установит трубу, чтобы вода спокойно могла протекать под дорогой. Я засыплю трубу землей, а Тор утрамбует дорожное покрытие. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Конечно! Турбозавры вперед! Ну где же эти строители? Мы теперь точно не успеем! Спокойно, мы точно успеем! Лучше укладчик труб. Все по местам, мы отправляемся.
А все уже! Починили! Спектакль был замечательный! Про синюю птицу! Интересно, а есть спектакли про ремонт дорог? Молодцы! Но в следующий раз вы отдыхаете, а работаем мы с Траком. Зер все заснимет. Прекрасно! У всех бывают выходные дни, и только Зер работает без отдыха. Нажми на подписаться и смотри новые серии Турбозавров. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Тор, Буль, Анки, Зер, До, Трак и Катя, можете не прятаться, я вас нашел. И куда же Ипполит спрятался? Ипполит, ты где? Какое странное дерево. Дети, а что вы тут делаете? Мы в прятки играем. Угу. Странно, очень странно. Чья очередь водить? Я запущу дрон и увижу, что за таинственные события происходят в нашем лесу. Так, куда тут нажимать? Ой. Стой! Стой! Куда? Эй! Вот ты где. А я тебя везде ищу. Странно. А куда Зер пропал? Он не пропал. Он застрял. Мы должны ему помочь. Держись, Зер. Сейчас мы тебе поможем. Так, видимо, придется менять батарейку. Или пружинку. Или шестеренку. А может, и все вместе. Рассчитала траекторию. Ой. Терпение, сейчас Зер будет на свободе. Посторонитесь, пожалуйста. У меня голова кружится. Можно я посижу? Если еще кто-нибудь шлепнется, не так жестко будет. Я знаю, почему у нас ничего не получается. Потому что мы не позавтракали. Потому что мы действуем поодиночке, а не вместе. У меня есть одна идея. Турбозавры, вперед! Будем здесь.
перенести туда. Трак, неси туда. Давайте поможем Тору. Тор, нужен ковш. Копай глубже, Тор. Анки, выдвигай стрелу. Нужен трос. Поехали, До. Зар. А елка, кажется, была короче. А? Попался беглец. А вы что, опять в прятки играете? Ага. Эй! Зар! Вы не поверите, со мной такая история приключилась. Делаю я, значит. Поставь лайк этому видео, и мы будем появляться чаще! Наловим рыбы, бабушка сварит уху, лично я две тарелки съем. Ха-ха, сначала поймай. И поймаю, да побольше тебя. Это мы еще посмотрим. Как не стыдно, намусорили здесь и за собой не убрали. Нехорошо. Давай найдем другое место. Нет, так это оставлять нельзя. Мы должны очистить окружающую среду. А, среда, тут столько мусора, что мы и до пятницы не уберем. Я знаю, кто нам поможет. О, привет! Вижу, вы с рыбалки, но не вижу рыбы. Мы еще не рыбачили. Там столько мусора! Ужас! И мы решили все очистить. Но нужна помощь. Карета подана. Поехали за помощниками. 32, 33, 34, 35, 35. Твоя очередь, Трак. Раз, два, пять, 45! Я победил! Ты как считаешь? И это нечестно! Я считаю, как умею. А сколько будет дважды два? Ну, где-то так 7-8. Я так и думал. Боль, видишь, он не нарочно. Привет всем! Нужна ваша помощь. Пришли мы на пруд, а там... Вот это да! Да... Но мы с этим справимся. Мусор делится на биоразлагаемый и неразлагаемый. Это биоразлагаемый мусор. А вот это нет. Надо отделять один от другого. Био... что? Биоразлагаемый – это тот, который со временем исчезнет. Его надо собрать и закопать, а все остальное – отвезти в мусорный контейнер. Трак, ты собираешь пластик и стеклянные бутылки. Буль, ты сгребаешь в кучу остальное. Тор, ты выкопаешь яму, потом вы с Анки разровняете землю. Зер, ты будешь с высоты нас направлять. А как же я? Что буду делать я? Помоги Тору и Анке разровнять место, где мы закопаем мусор. Турбозавры, вперед! Еще одна!
все. Теперь Буль доставит все эти сокровища к мусорным контейнерам. И не забудь, пластик и стекло в разные контейнеры. А где трак? Мы хорошо поработали, пора рыбачить. А какая же рыбалка без лодки? Трак, ты просто гений. На это плавательное средство ушло 1, 2, 5, 7, 20, 100, 500 бутылок. Теперь посмотрим, кто больше рыбы наловит. Твой вызов принят. Отлично вчера поработали. Теперь вокруг красота. А вдруг кто-нибудь опять намусорит? Не волнуйтесь, воздушный разведчик проследит и подаст сигнал. И тогда трак сделает так. Давай, трак! И грязнуль с их мусором как ветром сдует. Правильно. Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Привет, ребята! Откуда вы такие веселые идете? Мы были в парке аттракционов. Называется «Мир джунглей». Ага, там все сделано, как будто в джунглях. Даже механические слоны и тигры есть. А у меня идея! Давайте построим наш парк аттракционов с динозаврами и назовем его «Мир динозавров». Идея, конечно, хорошая. Только где мы механических динозавров возьмем? А зачем нам механические, когда у нас есть настоящие динозавры? Для стройки возьмем доски от старого сарая. А вот тут, у входа, посетителей будет встречать трак. Так как у меня самая обаятельная улыбка, то у входа буду я. У меня тоже улыбка обаятельная. Не спорьте, у входа буду стоять я. Я самый вежливый. Спасибо и приятного вам аппетита. Подумаешь, вежливый. Да я 100 раз больше вежливых слов знаю. Так, сейчас, пожалуйста, и спокойной вам ночи. Доброе утро. Благодарю и приятно познакомиться. Анки, Тор, мы построим большой парк. Места всем хватит. Вы оба такие вежливые и так невежливо себя ведете. А у входа буду стоять я. Я самая красивая. Значит так. Трак и Анки строят дорожку и мостик. Мы с Тором делаем пещеру. Турбозавры, вперед! Сегодня торжественное открытие парка «Мир динозавров». Приглашаются все. Пожалуйста, не кормите динозавров, они механические. Интересно, кто догадается кормить механических динозавров? И чем? Напоминаю, что для гостей мы механические динозавры, типа роботов. А ты, Тор, постарайся ничего не есть. Роботы не едят. Что, я маленький, что ли? И потом я уже пообедал. Ну тогда все по местам. Петя, Катя, открывайте ворота. Добро пожаловать в мир динозавров. Миллионы лет назад
Нашу землю населяли динозавры, и они были очень большие и... и очень голодные. А эти динозавры в парке, они же не опасные, да? Не стоит бояться механических динозавров. Ой, смотрите, какая смешная птичка. Это не птичка, а птеродактиль. Смешная птичка? Да меня так никогда в жизни не оскорбляли. Механический хулиган. Странно, это была моя самая обаятельная улыбка. Клубничное, мое любимое. Стой, стой. Почему они все за нами бегут? Так задумано. Ты же сказал, что пообедал. Я пообедал, только мороженое это не обед. Это мороженое.